редакцию новостей Первого Карагандинского обратилась мама тяжелобольной девочки по имени Айкен. Женщина просит о помощи неравнодушных карагандинцев. Для ребенка нужно приобрести портативный дыхательный аппарат. В конце 2010 года девочка получила травму в результате наезда автомашины в Щучинске. Диагноз – последствия тяжелой краниоспинальной травмы, другими словами, диффузно-аксонального поражения головного мозга и ушиба шейного отдела спинного мозга тяжелой степени. На данный момент оказана вся возможная медицинская помощь и рекомендовано возвращение домой. Но так как Айкен не может дышать самостоятельно, вернуться в родной дом пока невозможно. Сейчас состояние ребенка тяжелое. Операция Айкен возможна только в клинике Израиля, либо больнице КНР. Для операции в Израиле требуется 50 тысяч долларов США, для операции в Китае 35 тысяч. Мы призываем всех оказать содействие и помочь Айкен. У меня нет такого ощущения, что у меня конь будет всю жизнь лежать. И ей сны снятся, как будто находят во сне. Всех неравнодушных карагандинцев просим о помощи. Номера банковских счетов и телефоны мамы больного ребенка вы видите на экране. К слову, в данный момент Айкен пытается помочь благотворительный фонд «Хасет Тежол».